Всем привет! На связи Федор Васильев. Сегодня обновился Gridbox до версии 2.2.4. И давайте посмотрим, что сегодня приготовили для нас. Я перехожу в админку сайта, в редактирование страницы Gridbox. И нововведение, я думаю, заинтересует абсолютно всех. В новом обновлении у нас добавились разделители для секций. Давайте посмотрим. Переходим в настройки секции. Переходим на вкладку «Фон». Прокручиваем чуть ниже и находим новый здесь раздел. Первая позиция снизу. Сейчас поймете, о чем идет речь. Можете пока не трогать. И самое главное здесь эффект. Кликаем и, например, выбираем первый. И что мы с вами видим? Это разделитель, сделанный через CSS, ребят. Это не графика. Все круто. Теперь мы можем уникальным образом раскрашивать наши секции, и наши сайты не будут выглядеть однотипно. Вы только посмотрите на это. Это просто супер. То есть следующая секция блок, например, белого цвета, и этот элемент тоже белого цвета. И визуально кажется, что это продолжение нижнего блока. Давайте посмотрим, что можно сделать еще. Мы можем увеличивать высоту данного эффекта. Вы видите, да? Мы можем поменять цвет и даже сделать прозрачность. И таких эффектов здесь достаточно много. Давайте я уберу прозрачность, верну белый цвет. Вы просто смотрите, что для вас больше подойдет. Например, скошенные блоки. Они теперь присутствуют здесь. Не придется вписывать какой-то код самостоятельно. На другую сторону. И есть достаточно интересные варианты. Например, вот эти волны. Вы видите, как все круто. То же самое мы можем добавить сверху. Обратите внимание. Мы просто с вами вот здесь выбираем сверху. И что-то выбираем. Например, те же волны. Давайте посмотрим на сайте. Сохранимся. Перейдем на сайт. Обновим страницу. И вы видите, что происходит. Я считаю, что это очень-очень классная фишка. Gridbox становится очень мощным, серьезным решением для создания потрясающих страничек. Создания лендинг-пейдж. Здесь достаточно много всяких эффектов. Я думаю, вы уже здесь сможете поиграть, посмотреть без меня и выбрать для себя что-то подходящее. Это еще не все обновления на сегодня. Давайте посмотрим. У нас появилась возможность загружать видеофон. То есть не просто тянуть ролик с канала YouTube или Vimeo. Вы можете загрузить сюда MP4 видеофайл. Важно понимать, что ваш видеофайл должен быть минимум Full HD разрешения. Это 1920 на 1080p. Ваш ролик не должен быть длинным. Всего лишь несколько мегабайт. Если ролик будет тяжелый, он будет долго открываться. То есть вы должны оптимизировать данное видео. Я подготовил ролик, вы сейчас видите продолжительность 10 секунд. То есть это видеофон. И всего лишь 2 мегабайта он весит. Как загрузить его в Gridbox и разместить в качестве видеофона? Вот у меня есть нижняя секция. Давайте изменим ее. Перейдем в фон. Здесь мы выберем видео. Здесь мы выберем вместо YouTube в самом низ. Смотрим. Выбираем этот вариант. И вот здесь вот выбрать файл. В всплывающем окне давайте загрузим видеофайл к нам в Gridbox. Я выбираю видеофайл с компьютера, нажимаю «Открыть». Элемент у меня успешно загружен. Я нахожу его здесь, ставлю птичку и нажимаю «Плюс». Мы видим уже сзади видеофон присутствует. Давайте сохранимся и посмотрим, как это выглядит на сайте. Вот наш видеофайл загружен и преспокойненько работает. Прямо
на сайте Gridbox, независимо от сервисов Vimeo или YouTube. Также не забывайте, что все эти эффекты, они преспокойненько работают на планшетных мобильных устройствах, и вы здесь отдельно их сможете ими управлять, редактировать, если вдруг что-то пойдет не так. Например, вылезет либо большая волна такая здесь, ее можно будет уменьшить на каждом отдельном устройстве. На этом уроке я заканчиваю. Если вам понравилось видео, поддержите меня лайком и подпиской на канал. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании под этим видео. Если вас заинтересовала система GCAS, и вы хотите углубиться в эту тему и создать с нуля потрясающий лендинг-пейдж, то я предоставляю пошаговый видеокурс для начинающих, где вы с самого нуля сможете пройти весь этап и создать потрясающий профессиональный лендинг-пейдж после завершения обучения моего видеокурса. Ссылка на презентацию видеокурса вы найдете в описании под этим видео. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.